Всем привет, с вами Сталкер 55, и сегодня мы продолжаем играть в стратегию Тактику 2 в Азии за Великобританию. Стратегия Тактики 2 недавно, кстати, обнова вышла там с Тихоокеанским театром боевых действий. Ну, пока что нам не до нее, на самом-то деле. Обнова ясная довольно. Так, что-то меня подвыкнуло. А, все, нормально, лагало. Бывает такое. А у нас здесь войска стоят. С чего бы? Не стоит стоять, надо идти. Сейчас мы добиваем Гуанси. Предлагаю отойти одной танковой дивизии. Нет, не сюда даже, а вот сюда. Спастись, так сказать. И сейчас выбьются, но мы добьем Гуанси и пойдем на коммунистов. Было бы отлично. Да, они выбились, забрали наши дивизии. Ну, это не страшно. Сейчас мы их заберем. Так, что у нас здесь? Здесь у нас ничего. Понятно. Лютый пом. Так, ну что будем делать? В принципе, раненой дивизии заберем Буйлинг. И потом войдем вот так вот. Остальными войсками. На них пойдем. Они все еще в состоянии отступать. Но ничего страшного. Так. Так. Тут уже, в принципе, можно занимать фронт с коммунистами. Либо же мы можем пойти на японцев. Но это опасно, так как у нас широкий фронт. Да и в целом это не прикольно. Мы уже ходили на японцев. Хотя у них вообще пустые границы с нами. Ну, а, понятно, французы. Про них я забыл. Проблема армии. Это невероятно, но экипаж одного из крейсеров поднял бунт. Что делать? Переговоры. В ходе затянувшихся переговоров матросы сами выдали зачинщиков мятежа властям. Последовавших суд над бунтовщиками вызвал ожесточенную панику в обществе. Готовность к войне вашей страны. Ага. Ну, слушай, не страшно. Чувствую, народ бы мне хуже сделал, если бы я отказался так делать. Потопить корабль — это сильно жестко. Это жестко. Вот так вот у нас все выглядит. Довольно красивая граница. Сейчас мы должны уже идти на синьцзянев. Слушай, я даже не знаю, может, даже не пойдем на коммунистов, потому что они как-то слишком стремительно бьют японцев. Пока что лучше занять в этой ситуации нейтралитет и посидеть. Потому что это опасно. Да, кстати, доп. Ресурсы я бы взял. Звук, конечно, мощный. Так. Но все равно сводить войска на границу уже можно начинать. Слушай, на японцев-то пойти даже выгоднее как-то. Просто посмотри, тут вообще пустые границы. А здесь? Здесь тоже пустые. Слушай, тут довольно спорная ситуация на самом-то деле. Мы еще посмотрим. Пока что сведу войска на границе с Японией. Но потом уже точно разберемся, куда идти. Также надо войскам отдохнуть дать. Свести самолеты. Ладно. Допустим. Так. Тут корабли плавают. Корабли американцев. Пусть тебе разбирается с этими ресурсами, развивается так. Чувствуешь, что это плохо Японии, да? Вот, блин, даже не скажешь, и неплохо им. Им реально отлично чувствуется. Они расширяют, конечно, здесь урон, коммунисты. Ладно, все-таки нападем на коммунистов для разнообразия, как минимум. Это стоит сделать. Я даже закупаться не буду.
просто пригоню свои войска и нападем. Ух, давай-ка вот такую вот закупочку сделаем. И на фронт. Только вот есть проблема, что вот сюда, скорее всего, очень быстро войдут в Тибет. И с этим будут явные проблемы. Но мы еще посмотрим, если Япония будет сдавать, я все-таки на нее пойду, потому что пустые границы привлекают. Так. И нет, но Япония обратно наступает. Так. Ладно. Ну-ка посмотрим на целом. В целом как. Слушай, они очень сильно наступают. Прям рвут их. А хотя они здесь высадку делают. Хотя если возьмут Токио, особо ничего не изменится. Японцы будут до конца. Слушай, да. На коммунистов. Не хотелось бы просто потерпеть поражение. Но я думаю, мы с японцами задавим очень сильно коммунистов. Им будет вообще жестко. Хорошо, в следующем ходу нападаем. Не хочу, чтобы они зашли в Нгаву. Нам надо будет фронт сделать еще под Тибетом. Чтобы войска я ему не дам. Так. Свободное очко, но некуда тратить. Хорошо. Сейчас будет уже куда тратить. Берут Нгаву, да, берут. Но мы пожертвуем Тибетом. Интересно, что Тибет скажет? Нормально, разделяйте меня полностью. Стоп. Советы опять пробились, да? Нет, их громят просто очень жестко. Здесь они сидят, как-то досидят. Сколько? Что, когда Тибет успел так развиться? Когда просто? Просто когда он успел настолько развиться? Это Тибет, блин. Я думал, эта страна на уровне жизни там с какой-то китайской, африканской страной современной. А они так живут-то неплохо тут. Армии у них реально много. Две провинции с 12 дивизиями. Да, артиллерийские, но это 12 дивизий у Тибета. Я вообще-то думал, что за Тибет нереально играть, но оказывается, что можно будет сесть и за него погонять. Правда, там надо будет очков потратить много, но это не страшно. Сам факт, что за Тибет можно погонять в будущем. Даже дешевые исследования, кстати. Здесь обратно дорогие. В целом там и флот почти выкачали. Ну-ка. Ну не, далеко не почти, но мы уже почти половину плана по экономике сделали. Что довольно не может не радовать. Так. Ну слушай. Слушай. Даже не знаю, еще посмотрим. Почилим тут. Порасслабоним. Сюда хотя бы две дивизии надо вот на фронт для защиты Тибета. Тибета. Так. Да, конечно, даем ему. Монголия, Япония. Ну-ка. Как они их давят, просто жесть. Надо сейчас вступаться. Все, прямо вот сейчас. Блин, жалко, что мне нечем вступиться сейчас здесь. Именно здесь нечем вступаться. В общем, укрепляемся у Тибета. И тогда вступаемся. Надеюсь, Япония будет держаться до этого момента. Сюда войска подводим. Ребята сюда идут. В принципе, здесь одну провинцию еще укрепить, и будет уже нормально для нападений. Куда я пошел? Манчжоу сейчас давят. Вот именно их как раз и давят. Заказик сделаем. Небольшой такой заказ. Ну, плюс одну артиллерийскую дивизию можно тоже закинуть. Отлично. Так.
Еще ж плюс вступятся наши ребята, правда, кроме Тибета никто нам не поможет. Мне нравится, что у совета здесь довольно пусто все. Слушай, пора. Мне кажется, это пора. Самое время. Понеслась. Здесь раненая дивизия, которую мы сейчас вынесем быстренько. Ничего себе, они держатся даже. Что-что, вот этого я не ожидал. Входим. Все, помощь Японии. Я надеюсь, они сейчас не пали. Нет, они как раз сейчас разберутся с Синьцзянь. Потом пойдут Монголию добьют. И уже СССР будет долго, мучительно падать. Так, здесь мы сведемся вот так вот. Все. Сюда сведем войска. Отлично, отлично. Мы уже почти сделали ровненький, мощный фронт. Еще плюс наши союзники вступились. Если они, конечно, меня с союза не выкинули. Они могли. В реальности меня точно выкинули бы из союза за такие приколы. Отлично, Тибет мочит. А, он точно это артиллерия была. Это грустно. Держи, Тибет. Я не думаю, что он умрет. Правда, его столицу взяли. Ну, слушай, бывает. Так, ладно. Берем на абордаж. Вот здесь очень плохо у них дела. Они сейчас заберут эту провинцию, я не буду их трогать, пожалуй. Просто сведу войска, чтобы они не пробились. Я даже им помогу, знаешь. Чисто по-дружески сделаю бомбардировку. По-дружески, да? Я по-дружески у них заберу территорию немножечко. Вот сюда войду, чтобы японцы меня не отрезали. Отлично, правильно сделал. Реально правильно сделал. Давай, я уже хочу исследование делать. Так. Вот Японию что-то тут по центру пробивают. Это мне абсолютно не нравится. Но как бы синьцзянчи сейчас падут. Это нам облегчит ситуацию в каком-то смысле. Кстати, я зря укрепился на Тибете. Мне надо наступать отсюда. Тут чисто 12 дивизий, я думаю, хватит. Потому что Тибет уже вряд ли пробьют. Это уже будет в последнюю очередь оборона такая. Хорошо. Отлично, все, Тибет забрал свои территории. Другие подкрепления. Отлично, политику вкачали, все вкачали. А, Синьцзянь капитулировала, молодец. Здесь они свели войска, вот это мне не нравится абсолютно. Ну, свое недовольство ты никак не выразишь. Хотя, знаешь, как можно выразить? А, ничего себе вы умные. Угу, умные, просто не свел свои войска. Я такой, ух, какие умные. Сюда можно свести, не могу, увы. Сюда еще 12, этот узкий перешеек. Тибет мы отрезали от этой войны. Ну и 12-ку сюда. Эту 12-ку тоже в наступление. Здесь можно, в принципе, по троечке распределить по фронту. На всякий случай, если Тибет здесь пробьют. Здесь 1-ку вообще можно. В целом нормально. Так. Попутно бы вкачивать вот эти штуки, потому что это дает... неплохие бафы. Сейчас у нас причем дешевое здесь исследование. Поэтому можно пойти на бафы. Так, я надеюсь, у них не танковый кулак. Ой, Манчжоу, хорошо. Ой, хорошо, как хорошо. Громим коммунистов. Монголия скоро падет. Манчжоу Гоу еще нет. Не падет еще. Вообще хорошо громим. Громим. Именно что громим. Обойдем здесь, в принципе. Можно сделать. И не зря сделал. Так. В целом, очень стремительно мы продвигаемся вглубь к
коммунистических держав, точнее социалистических, как говорил один президент. Так, отказаться. Ура! Победа! Монголия капитулировала. Так, они решили отступить. Ну, конечно, при таких-то вообще потерях по территории, да и в целом потерям, такое не отступить. Все вот так вот сделаем и рвем дальше. Вырываемся вперед. Самолетики подводим на граничке свои. И сюда. Отлично. Прекрасно. Как мы видим, большую часть Монголии урвала у нас Япония. В принципе, ожидаемо. Она в эту войну вступилась первая. Вот и получила профит с этого вот. Так, вообще в целом мы неплохо продвинулись. Однако мы не одни, кто неплохо продвинулись. Доход растет, все растет. Прекрасно просто. Это просто изумительно. Идем дальше. Не хотелось бы, чтобы нас сейчас отрезали японцы. Так, они решили отступить немного. Либо же они просто потеряли армию. Советский Союз сейчас очень хорошо отступает. Выгодно для нас. Так. Здесь, к сожалению, ничего не сделаешь. Сводим войска вот так. Бомбим их. Вот они могут нас сейчас в этой провинции отрезать. Вот. Возле Ховда вот это вот. Это будет очень плохо. Мы не сможем дальше продвигаться. Это будет печально. Так, что у нас в целом по ситуации? Ой, Манчжоу отрицают, Советский Союз прорывают. Понятно, здесь высадка образовалась небольшая. Но в целом ее придушат довольно быстро. Это в принципе ожидаемо. Следующий ход, что могу сказать еще? У нас довольно немаленькие накопления, просто огромные в целом. Электрический подъем, отлично. Просто прекрасно. СССР, отказаться. Они что, пробили меня где-то? Где они вообще меня могли пробить? Да ладно. Они меня выбили или нет? Нет, не выбили. Ну, мы их выбьем в таком случае. Подожди, стоп. Мы можем только их бомбить, да? А, мы их даже не можем побить. Ну, бомбим их тогда. Все отлично, потери вообще не будет никаких. Влетаем всеми восками сразу. Теперь японцы нас не отрежут. Правда, японцы это теряют свои территории. Стремительно довольно. Но здесь зато на востоке они очень сильно прорываются. Зато мы получим желанное. Доход. Хотя пока нет дохода, но будет в будущем. Так. Пора бы свою армию прокачать. Потому что она пока что оставляет желать лучшего, как бы. Потому что она действительно такая себе. Я имею в виду обычную пехотку, которой у нас подавляющее большинство. Сейчас мы придем всеми своими войсками, будет уже расширяться фронт. Это нам не очень на руку. Но потерпим. Это потерпим. И нормально будет. Они опять прорвались. И вот это мне очень не нравится, на самом деле, что Япония решила отступиться. Советский Союз от этого может получить, знаешь ли, профит. Но в целом нормально. Идем. Здесь сейчас окружение сделаем их, чтобы они не убежали. Хотя они с такими вот обессиленными войсками никуда и не убегут. Берем два элитовца. Даже, ну да, два, возьмем элитовца, сделаем так и плюс о нем. Ай-яй-яй, отступил. Ну ничего, входим в него. Прекрасно.
Я так и не понял, почему Советский Союз требовал перемирия, в честь чего, так как он очень сильно поврежден, в этом не вижу особого смысла. Так, сюда войска и сюда. Вот то, что фронт расширяется, это мне очень не нравится, однако мы подавили их наступление на Японию, что довольно-таки не может не радовать. Однако они со всех сторон... Нет, они не со всех сторон теряют. Вот здесь вот, в принципе, нормально у них. Все у них хорошо. Так, раз мы стремительно наступаем, войска, которые у нас здесь сидели, пора тоже выдвигать, потому что уже Тибет защищать не от кого. Мы слишком хорошо и далеко продвинулись. Мы продвигаемся дальше. Мы на этом не остановимся. Можно, кстати, закупки делать. Закупки подкреплений. Дождик смачный пошел. Ну, в принципе, жиза. Жиза. Полно. Что? Вот это было плохо. Вот это мне абсолютно не нравится. Вы видели, что произошло? Да. Это да. У нас немножечко пробитие. Ну, ничего. Такое тоже переживали. Они отступают. Вот это страшно. Вот это страшная сила. О, черт, самолеты потеряем. Ну, блин, ладно, придется терять самолет. Не-не-не-не. Пропускать ход я не хочу. Блин, я думал, выйдет. Так, ладно. Сюда срочно и сюда. Все-таки довольно плохо сейчас накалилась ситуация. Пошли по переходу этому горному. Так, вот эти ребята сюда. Срочно делаем мобилизацию, к сожалению, придется так. Так. Ага. Ну как мобилизацию? Надо просто закинуть войска. У нас там нету еще закупки, да? Там один ход надо выждать. Два. Ладно, выждем. Ничего страшного. Подкопим ресурсы до этого момента. И, в принципе, нормально все будет. По крайней мере, я на это надеюсь. Точнее, я не надеюсь. Я знаю, что это будет нормально. Потому что какой-то Советский Союз нас не разгромит. Проблема армии. Ротация войск. Так. Да. Довольно-таки плохо. Накаляется, дело накаляется. Они подвели уже свои войска. Да. Дела плохи на самом-то деле наши. В целом. Тут мотопех еще. Да, он поврежденный, но это мотопех. Мотопех есть мотопех. Какой бы он ни был поврежденный, но это мотопех. Сейчас умнее всего будет отступиться от своих территорий. Да, это будет провал. В целом, но уж ничего не поделаешь. Терять войска просто так, это именно не наше дело. Не наш выбор. Так. Здесь мы выкинем. Ну, нормально, в принципе. Давай. Да, нас пробьют, но слушай. Отступить не так плохо. Все, отлично, Япония вернулась. С подкреплением. Еще плюс мы сейчас немножечко отступили и что будет, ребят, вы думаете? Конечно же, будет стремительное наступление на Советский Союз. Это прям естественно. Так, сюда. Новое войско. Сделаем вот так. Не думаю, что у них большие шансы пробить нас. Здесь еще плюс подходят дивизии. И, наконец-то, мы можем делать закупки. Наконец-то. 12 дивизий дополнительных. Плюс еще здесь подходит подкрепление. И также здесь еще потихоньку придет тоже подкрепление. Здесь у нас войск не осталось. И это правильно.
Да, абсолютно правильно. Так. Вот сейчас нас могут выбить, но это не критично, и вообще это не страшно. На нашу репутацию и в целом никак на нас это не повлияет, скорее всего. Вот это было ожидаемо, как я и говорил, собственно. Профессиональную подготовку улучшим. Доход уменьшен, но слушай, в принципе, это не страшно. Отказаться. Мы не будем. Я извиняюсь. Ребята. Я очень извиняюсь. Вот это было неожиданнее всего. Вроде все так хорошо, все хорошо. Но я забыл условия поражения. Вы. Вот так вот. Ну ничего. Бывает и такое, зато очки хотя бы получили. Ну на этом все. С вами был Тимоха Картоха. Всем удачи, всем пока.